нас сегодня первый день. Половина участников есть, а вторая половина сегодня доедет. Через 2 часа поднятие клубного флага. Например, на Западную Украину. Да, и там червоный с белым. Да, вот это прикольно. Это же картридж, понял? Ага, я тогда понял. Только тут усиление, бачите, надо? И вот это вот усиление. Переточенный, который. Восьмигранник шестерку. Что ты хочешь? А хочешь, пожалуйста? А коров больше нет. Зато у нас коза живая есть. Чтобы догнал. Да поэтому щебню вряд ли. Я очень медленно тут еду. По щебню. Что-то есть? Кто есть? То бандеплов. Что вы ругаете? Ну так, если Серега позападается какой-то, так я ему отвечаю. А не вам. Не, не умничайте. Да он подруга зидает. Надеюсь, не будешь перемешивать? Народ, давайте за мной! Доброе утро! Я сейчас все туплю, не снимаю. Нарисовал. А давай это остальное плов тогда. Да, плов получился нормально. Слил последний штрих. И шо? Когда это мешало? Это для плова. Я тоже добавлю свои. Это типа котройка. Только чуть-чуть метанизировали. Вот, поздравляем вас с юбилейным. Давай, пойдем на плод. Как юбилей? Юбилейный день. Да, заплёт. Первый был в Одессе. В 2010 году подвижу. Хорош, хорош. Ну, нормально. Видно, что наш класс. Поздравляем. А теперь я всем скажу попаду. Дуэль. Фотодуэль. Привет, вы уже почти доехали. Давно не бачил. Chronicle Documental. Здорово. Дальше. И налево. Думал, что вы его потеряли. Сережа звонил. Да, куда ты звонил? Да ты, я звонил уже. Здорово. Тест я пытал, где он на вас не звонил. А ты не помнишь, где здесь видео? Вот, здорово ты вынес. Позволяет делать так, что физически на этот багажник очень много нагрузить можно. Просто. Можем выехать, я подкачаю амортизатор с кем-то на багажнике, просто проехать даже по брусчатке. Ну, тут получается... А, то ближе. Шестяк. Да-да-да, это заднее колесо меня тоже обескураживает. Ну, хорошо, если проедем, конечно. О, курицу уже повылазили. Вылупились? А кто это приехал еще? Ух. Ты платишь аккуратно, но... Жестюшка, ты шо, рычаг такой бешеный. Это шо, палатка, поедающая человека? Я вообще-то хочу быть гусеницей. Сейчас гусеница выпадет. Так об этом же можно ножи затачивать. Карандаши. Не, ну если люди денег должны, то можно и засовывать. А что ты такой рад? Так же и поехать можно. А он случайно не на дистанционном управлении? Нет. А то можно было бы так, сидишь с пультиком сзади и все. Так это на ЦАПа можно ставить. Получается? Так поедет. Ну сейчас надо же это тут ремонтировать, это свежь колесо. А то все дети не доедут до дороги. Ну, хотя бы доедет до дороги. Там уже вот по другой части.
конечно, короткий, но только до дороги-то есть. Мы как раз на тест-драйв. Скажите, чьи? Не важно, чтобы ты был в кадре. О, какие люди! Вот для кого делали, кстати, этот самый большущий корпус. Для кого? Покажите мне любимую. Это девочка, это вышла? Да. Я тоже так умею. Да, запрыгнуть. Добрый день. Что вы думаете по поводу этого безобразия? Пару слов, пожалуйста. Это полное безобразие. Все, снимаем. Погоди. А тебя еще подсмотрю. Работкой. О, какая нога хорошая, на нее наехать можно. Жаня, мне кажется, что это уже не спроста. Пассажирский легерат. Нужно арбуз еще с собой взять. Точно. Чтобы не только выпадать. И рюкзак. Да. Хоть шлемник все кому-то. Мне не нормально. Пойдем. Рогов только не хватает. Подружка. Что-то там за иллюминация.
колесе, попала в ролик, ее оборвало, замотало на колесо, заклинило, при этом это за секунды. Так вот он какой фиксатор цепи. За секунды, короче, только слышал, я чувствую, что такой наш удар по ногам, бумс, со скоростью 20 км в час нас протянуло еще метра три, блин, и на бок бумс упали. Это жесть, вот трэш такой был. Но я удивился, что колеса повыдерживали. Когда это был тандем такой, да, спина к спине? Прибыла медленная велопомощь. Не скорая, а. Блин, так если бы мы знали, что это на веломобиле, я бы чужеку попросил, тот бы быстрее прилетел. А, там, а мы останемся, будем где, возле какого водоема? На Днепре. На Зеленке, да? Ну попробуйте. Не, не просто Зеленка так. Это огромный монстр! Пастафарианство на 30 дней. И если вы не, если вам не понравится, то ваша старая религия примет вас обратно. Удобно. Давай, 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 сюда я тоже хочу. Я тоже хочу такую религию. Кто хочет клубный плазон, поднимите руку. Наклейте знак времени принятия пастафарианства на свой... куда-нибудь на свой велосипед. Давай, наклеивайте. Мы принимаем пастафарианство и наклеиваем на свой велосипед. Значок пастафарианства. Наклеиваем, мы ж тебя все ждем. Давай сыграй там как-то по-лютому. Я весь ее кузнечик сыграю. Это был эстонский реакция. Эстонский кузнек. Эстонский кузнечик. Я прекрасно понимаю тебя. Меня зовут
зовут Лусика Татьяна, мне 33 года, я из города Кременчук. Я работаю ментором в этой сфере, хочу ребят озампрограммировать. Что там, как настрой вообще? Извините, она потом просила прощения. Вырвалась, блин, извините, но это вырвалась. Я смотрю, как сейчас пятую домашку. Нужно немножечко переделать первую секцию. А, кстати, динамиков у меня голос. Главным делом жизни является мой сын. Ты даже помнишь его голос? Да. Ради него я иду каждый день вперед. Серьезно, он тоже был.